Приветствую всех, с вами Маркел Борис. Тут последнее время начал изучать одного товарища, и постоянно инсайты приходят в голову. Почему у людей иногда нет денег? Потому что люди по большой своей сути это потребители. И главный секрет тех людей, у которого есть деньги, нужно быть деятелем. Нужно быть человеком, который создает что-то. Человек, который что-то создает, у того всегда есть деньги. Ну вот посмотрите, завод производит какую-то продукцию, он эту продукцию продает, деньги есть. Человек, который приобретает продукцию, нифига не производит. То есть он ходит на работу, получает там свои деньги, что-то пытается произвести, но в основной своей мере он просто потребитель. Он потребитель колбасы, он потребитель бензина, он потребитель чего-то. Он ничего не производит, он просто потребляет. Поэтому у людей нету ничего такого. Ну, нету денег, нету... что там еще нету? Ничего нету. Есть маленький кусочек, и все. То есть, если бы вот эти деньги, которые он получает на работе, он генерировал, в какой-то продукт свой, производил что-то, хотя бы что-то небольшое. Ну, например, получал деньги на работе и помимо этого лепил дома блины, там, котлеты, еще что-то. Ну, кому что интересно, то тогда бы и деньги были, тогда бы денег было в достатке. Что, о чем этот инсайт? Я так думаю, что нужно что-то производить. Вот для вас я буду производить то, что ко мне приходит в голову. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Канал новый, канал только развивается. И будут новые инсайты, будут ко мне в голову приходить мысли, и ваше личное дело применять их, либо нет. На этом заканчиваю. Всем привет.